Всем привет! И сегодня я решила снять два видео. Ну, просто сделать вам подарок. И сегодня, так как очень скоро 11 Валентина, я покажу вам, как сделать красивый подарочек. Ну, конечно, к 11 Валентина можно подарить вот этот пакетик цветов, который я делала в прошлом видео. Но и можно подарить сердечко с цветочком, которое я буду делать в этом видео. Из вот таких розовых лепестков. Давайте начнем. Берем вот такие вот розовые лепестки. Можете выбрать другой цвет, я не знаю, какой вам там нравится. Вот. Берем теперь несколько, ну вот три. И ложим. И вот так соединяем, чтобы у нас получился вот такой вот треугольничек. Вот, я вот так вот положу, чтобы вам виднее было. Дальше вот сюда вот еще один. Вот сюда еще один. У нас получился уже вот такой треугольничек. Еще один сюда и сюда. У нас еще получилось вот такое сердечко. Дальше, чтобы загнуть, ну, чтобы получилось такое загнутое сердечко, мы просто вот так вот. Вот не на самый репейку сюда, а вот сюда вот, немного на кончик. Еще одну. И так вот тут вот. У нас получилась уже вот такая вот заготовка сердца. И вот сюда вот серединку еще одну. И у нас получилось вот такое сердечко. Оно красивое, да. И такое нормальное. Но у нас тут осталась такая дырочка. А у меня остался всего один репей. А вот так вот будет некрасиво. Что же делать? Как же быть? Но у меня есть идея. Мы просто делаем цветочек. Да, такой миленький, маленький, хорошенький, прекрасненький, ароматненький цветочек. Я думаю, будет красиво, если сделать его лепестки желтыми. А серединка будет оранжевая. Такие вот желтенькие. И в прошлом видео мы уже делали цветочки, так что я думаю, вы знаете как. И не надо мне это еще показывать на пальцах. Вот такой вот красивый маленький цветочек. Берем наше сердечко, ложим. И вот этот вот последний тоже мы ложим в серединку. Вот так. Только чтобы у нас сердечко забыло. Ой, цветочек не видно. И прямо вот на вот эту, которая в серединке, мы сейчас положим вот эту цветочку. Прикрепим. Вот. У нас получилось красивое сердечко. Цветочка. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Теперь у вас есть целых два подарка. Одно вот такое вот сердечко. И вот такой вот пакет цветочков. А если вот это сердечко прикрепить к цветочкам, то будет просто прекраснейшая красота.
Да? Думаю, да. Вот даже мой кот зачихал. А если ты чихаешь, когда ты что-то говоришь, то это правда. Ну, обычно так бывает. Знаете, мой кот целых 10 лет подряд чихнул. Ладно. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Ну, вам понравилось.